Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас вопрос такой. Как называется сорт самшита, который вы выращиваете, и сколько у вас сортов самшита? Ну, у нас один сорт. Мы выращиваем самшит весно-зеленый и древовесный. Сортов вообще его очень много. Мы обычный видовой выращиваем, и он довольно красиво смотрится, довольно стригется. Растение очень хорошее, уход за ним, ну, очень хорошо черенкуется, уход не сильно прихотливый он, главное, опять же, полив. Ну, единственное, он мороза боится, конечно, ветра холодного боится, и солнца боится в холод, то есть, в основном это южное растение, поэтому где-то может быть и можно даже растить его в доме, в квартире, то есть нормально все будет. Но это самшит, вы не забывайте, он самшит, он бактерии убивает очень хорошо, о лечебных каких-то свойствах говорит, если вокруг его много насажено. Даже история такая. Войну в Абхазии, в самшитовой роще, где были там операции делали, не обеззараживая ничего, воздух настолько чистый, микробы хорошо убивают, микробы практически все. Но вопрос был по сортам, я думаю, я на него ответил. Сорт мы один выращиваем, древовесный, обычный, видовой самшит. Черенкуем и выращиваем. Ну, на данный момент у нас маленьких черенков нету. Вот, я весной, скорее всего, буду черенковать. А там видно будет. Спасибо, с вами был Евгений Филимонов и питомник Ванидорик.